OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Росія казиться, от все не подобається, що в Україні. У них самих немає ані економічного колапсу, ані протестів. Всі проблеми – це в Україні. Роман Цимбалюк із московського лігвиська кремлівських жаб. Дуже рекомендуємо його канал. Привет, вы думали, я не читаю ваши комментарии, а я читаю, и там вы иногда пишете, а где Мария Захарова, где ее перлы, где ее калинка-малинка? Но я вам отвечу, дело в том, что Захарова это не человек. Нет, физический человек такой есть, но на самом деле в данном случае это функция. И она произносит какие-то вещи, касающиеся Украины, только тогда, когда подгорает у Кремля. И, кажется, опять этот момент наступил. Добрый день. Мы сегодня начинаем наш брифинг. По-прежнему он дистанционный. Но от этого не будет менее увлекательным. Не могу пройти мимо, чтобы не разобрать этот стендап. Дело в том, что тут часть выступления касается непосредственно нашей страны. А если они что-то говорят, то, знаете, хорошего там, естественно, не будет. Но, как вы знаете, предупрежден, значит, вооружен. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ведь здесь мы называем вещи как правильно, своими именами. Существующие на Украине многочисленные проблемы. Конечно, в нашей стране есть свои проблемы, перегибы на местах и вообще дураков, естественно, своих тоже хватает. Но где не так? Везде свои нюансы. Единственное, что где этого нет? А, в России нет? Ну, правильно, в смысле, в российском телевизоре нет. Ведь достаточно просто не показать, например, протесты в Хабаровске по центральному телевидению, и это значит, что их нет. Но мы-то на самом-то деле здесь разбираем предметно, что они вещают в адрес нашей страны. И вы знаете, складывается впечатление, что тут не все здоровы. Мы же попробуем рассмотреть это явление с медицинской точки зрения и разобраться, у кого и, главное, где паранойя. Утверждение о некой руке Кремля в различных регионах мира – такая, знаете, американская паранойя. Ну, чтобы к вам не тянулись кремлевские ручки, нужно просто быть готовым дать чем-нибудь тяжелым по этим ручкам. И тогда, гляди-гляди, жизнь начнет налаживаться. По-моему, там единственный из возможных вариантов, чтобы каким-то образом уцелеть и остаться самим собой, в нашем случае Украиной. Но когда мы говорим о паранойе, то в российском внешнеполитическом ведомстве это явление, очевидно, достаточно развито, потому что им везде видится ущемление русскоязычных. И делают они это для чего? Чтобы оправдать свои преступления против нашей страны. Вы когда-нибудь видели о том, чтобы МИД РФ беспокоила ситуация с правами человека на оккупированных Россией территориях? Вот-вот, и я о том же, это при том, что они там построили современные концлагеря. Тот, кто не верит, смотри интервью со Стасом Асеевым. Теперь ситуация на и вокруг Украины. На и вокруг. Они здесь совсем с этими предлогами запутались. На, вокруг. Главное не сказать предлог «вы». Министерство иностранных дел России подготовлен доклад о ситуации с правами человека на Украине. Он опубликован на сайте МИД. Читать этот документ, естественно, не нужно, потому что он наполнен различными пропагандистскими клише, и ничего нового вы там не узнаете. Ну, они там рассказывают, что у нас там кто фашисты, что мы нацисты. В общем, как бы обосновывают свою позицию очень просто, что нужно найти какой-нибудь способ, чтобы освободить Украину от украинцев. Для чего? Ну, чтобы вот как-то побороть вот это явление. Оправдываются и ограничения прав внутренне перемещенных лиц, которые бежали из зоны внутреннего вооруженного конфликта на юго-востоке страны, а также поражение в правах русскоязычного населения. Бежали от конфликта на востоке Украины и поражение в
правах русскоговорящего населения. Мне кажется, это просто апофеоз. Апофеоз российского какого-то безумия. Дело в том, что люди бежали. А почему они бежали? Потому что не хотят жить при русском мире. И они убежали от этого. Они убежали от донецких подвалов вместе с луганскими. И тут выходит Мария Владимировна и говорит, что у нас там русские или русскоговорящие ущемлены в правах. Вот сейчас было в Киеве два митинга подряд против закона Бужанского, где поднимается статус русского языка в украинских школах. Но возникает вопрос, а где эти вот страдающие? Почему никто не выходит в поддержку русского языка? А все очень просто, потому что русскоязычные — это не значит идиоты. Потому что ты сначала защищаешь русский язык в школах, как в Донецке, да? А потом приходят русские оккупанты и отжимают сначала твою машину, а потом твою квартиру. А если и не отжимают, то ее цена просто падает в десятки раз. Ну, как в Донецке. А вообще сама Мария Владимировна очень емко охарактеризовала вот это вот явление по поводу ущемления русскоязычных. Паранойя. Я, конечно, по образованию не врач, но здесь мы имеем с материей такой социальной или межгосударственной, а в данном случае у меня диплом есть. И вы знаете, ну, по-моему, нужно как бы вот этим лицам, которые в свободной Украине пытаются протаскивать русский мир дальше, ну, как бы объяснить, ребятки, если вы так хотите жить в русскоговорящей среде, где защищаются русский язык и вся эта чушь, ну что, чемодан, вокзал, Россия, это же так просто. А зачем вести или тянуть вот это вот неподобство к себе в дом? Ну, слава богу, что большинство людей, оно все-таки вменяемо и на эти глупости не ведется. А последнее время для оправдания подобных абсолютно неприглядных действий используется еще и ссылка на новую коронавирусную инфекцию. Это говорит человек, который представляет Российскую Федерацию. Россию, то есть та страна, которая фактически создала вот эти вот закрытые гетто, как в Крыму, так и на Донбассе. И люди теперь в Украину выехать не могут. Это что такое? Это нарушение прав человека, но в данном случае их не интересует это. На самом-то деле, слушайте, они тут пытаются американцам подражать, что, мол, они используют вот эту правозащитную тематику для того, чтобы продвигать свои интересы, ну и как бы клеймить врагов. Клеймят они кого правильно? Американцев и нас. Еще одна тема, связанная с Украиной. Мы обратили внимание на то, что США планомерно наращивают военную помощь этой стране. На эти цели в проект американского оборонного бюджета на следующий 2021 год заложено 250 миллионов долларов. Пройдет некоторое количество времени, и представители МИД РФ будут говорить, почему так мало? Потому что украинские миротворцы должны быть оснащены всем самым лучшим, чтобы спасти Россию и как бы навести там конституционный порядок. Но пока это не произошло. Пока они возмущаются, потому что чем сильнее украинская армия, тем будет сложнее им. Это же так забавно слышать, когда они тут говорят, что нет, нет, ни в коем случае, только не джавелины. А когда ты им задаешь вопрос, ребята, чего вы так ерзаете на своих стульях? Ну, в данном случае Мария Владимировна стоит, но тем не менее, ваших же там этих орков нет. Раз нет, ну тогда спокуха. Половина из них пойдет непосредственно на поставки вооружений. Предполагается даже разработать программу по комплексному содействию развитию вооруженных сил Украины. Очень хорошо, такое впечатление. Еще немного, и мы услышим об угрозе от солдат НАТО. Очевидно, США настроены использовать предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Напомню, что решение принято 12 июня текущего года для
закрепление своего влияния на оборонный сектор страны. Если в результате этого украинский солдат будет лучше оснащен, а украинская армия в целом будет иметь современные системы поражения на захватчиков, то слава богу. Но что мы тут слышим? Что вот Украина получила новый статус партнерства с НАТО, а совсем недавно та же Мария Владимировна рассказывала, что это вроде как морковка перед Украиной, что это ничего не значит, что, мол, у нас как бы раскатали губу, что это не включение в альянс. Это действительно так, до членства далеко. Но, как вы понимаете, вот оно, практическое сотрудничество Украины и стран НАТО. Ну, то есть там, где живут солдаты НАТО. Вашингтон всегда активно подталкивал Киев к реформированию силовых структур, переходу военно-промышленного комплекса именно на натовские стандарты. Подталкивал? Что-то не сильно он подталкивал, потому что если бы у нас были какие-то успехи на этом направлении, то мы не встретили бы 2014 год абсолютно безоружными, когда эти орки неожиданно все вместе ушли в отпуск. Оказывая таким образом поддержку партии войны в Киеве, США фактически поощряют курс украинских властей на саботаж минских договоренностей и продолжение боевых действий в Донбассе. Это дает возможность, в общем-то, подпитывать миф о необходимости защиты Украины от некой российской угрозы и оправдать военную накачку восточного фланга НАТО. Ну и, конечно, решить собственные материальные вопросы. Ужас, какие коварные американцы. Однако вот учения у границ с Украиной проводит именно российская армия. 150 тысяч российских орлов и орлят по приказу Путина приведены в высшую степень боевой готовности. Для чего? Они там тренируются и готовятся к учениям «Кавказ-2020». Что-то подобное проводилось в 2008 году перед вторжением в Грузию. И чтобы вот этого вторжения дальше в Украину не произошло, есть только один способ. Нужно, размахивать джавелинами, проводить испытания современных украинских ракет и ставить это все на вооружение и нашептывать: «Русский Иван, сюда не ходи, потому что обратно уже не уйдешь, а увезут тебя».